Здравствуйте, с вами Ольга Волкова. Впереди выходные, как провести их интересно и культурно. Ответы в программе «Афиша» о самых ярких событиях Самары в ближайшие минуты. Обязательно сходите в театр. Например, камерная сцена подготовила интересную программу на все выходные. Имеем мы право хотя бы помечтать о любви. Ответ узнаете 24 июня в 18:00 в комедийной постановке «Однажды в ёшкиных кошках». 25 июня в 18:00 зритель увидит постановку «Элья и Маргарита». История случайной встречи двух одиноких людей, которая перевернула всю их жизнь. А 26 июня в 18:00 «Страдания юного Вертера». Написанный 2,5 века назад роман Иоганна Гёте очень современен. Приходите, будет интересно. 26 июня с 16 до 22:00 в Струковском саду пройдет праздник «День молодежи». В парке гостей будут ждать мастер-классы, викторины, лекции и отличное настроение. Свои площадки представят Самарский дом молодежи, студенческие отряды, волонтеры Победы, Самарский союз молодежи и многие другие. Точкой притяжения зрителей станет развлекательная программа на открытой эстраде. В течение всего праздника на сцене будут проходить презентации организации участников. Здесь же выступит крупнейшая спортивная организация по черлидингу «Крылья». Также зрители смогут принять участие в интерактиве «Делай добро, бро» от группы «Кинема» и в первом в России музыкальном лото вместе с командой «Мьюзик Бинго». В завершении праздника на сцену выйдут известные музыкальные группы Самары, а в качестве хедлайнера выступит группа «Комедоз». Самарская публичная библиотека совместно с доктором исторических наук Зоей Кобозевой приглашают на поход по старой дачной жизни. С собой берите фотоаппараты, альбомы с карандашами и красками и, конечно, отличное настроение. Итоговые работы пополнят проходящую в Самарской публичной библиотеке музейную экспозицию «Городское собрание». Встречаемся 26 июня в 11 утра. Место сбора – остановка дачи. Бесплатный кинотеатр под открытым небом на 4-й очереди набережной Волги ждет настоящих киноманов. 26 июня, например, здесь покажут фильмы «Маугли», «Шрек» и «Парк юрского периода. Затерянный мир». Расписание всех сеансов на выходные можно узнать в группе «Самарской набережной» ВКонтакте. Это все, о чем хотела рассказать вам сегодня. Хороших вам выходных и отличного настроения!